На встрече говорили о том, что объединяет и Кубань, и Италию. Это производство вина. Виноделие набирает темпы, отметил глава региона. Совсем недавно в крае был открыт собственный питомник. Теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала. А вина, произведенные в регионе, могут конкурировать с иностранными. Мы, наверное, сегодня один из самых сильных регионов по производству вина, наверное, единственный, номер один. Да. Конечно, мы ищем партнеров на данном этапе, но только на данном этапе. Я думаю, через год, два, три мы уже перестанем искать, потому что мы заполним нишу, в том числе и сегодняшним небольшим дефицитом, который на рынке существует. Но выгода это в итальянский бизнес, если все-таки не найдет и не увидит нас партнеров, или проиграет, покажет время. И я думаю, что здесь итальянская пищевая техника и почвообрабатывающая техника для нас является предметом сотрудничества. В самые сложные времена ни одна итальянская компания не покинула Россию. Диверсификация экономики позволяет постоянно открывать новые стороны сотрудничества. Наша итальянская технология, совмещенная с традициями производства, будет интересна. Сегодня Италия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров региона. В 2017 году товарооборот с республикой составил 1 миллиард долларов.